И тем не менее нельзя отрицать, да это и никогда и не отрицалось, что в сияющей сфере гения тревожно соприсутствует демоническое начало, противное разуму, что существует ужасающая связь между гением и темным царством, и, наконец, что именно поэтому эпитеты, которые я старался к нему приложить, благородный, здравый, гармонический, не совсем подходящие эпитеты, даже когда... С болью решаюсь я на такое разграничение. Речь идет о чистой, неподдельной гениальности, которую Господь Бог благословил или покарал человека, а не о гениальности гибельной и порочной, о грешном, противоестественном сжигании своих талантов, о мерзостном выполнении богопротивной сделки. Тут меня останавливает неприятное чувство, что я допустил некую артистическую промашку. Сам Адриан уже, конечно, бы не потерпел, чтобы, ну скажем, в симфонии так преждевременно зазвучала эта тема. У него она проступила бы разве что потаенно, почти неощутимо, словно издалека –